С Днем Ангела, дорогие именинники! Сегодняшний день мы будем говорить не про имена, потому что сегодняшний день есть синоним Рождества Христова. Называется он Богоявлением, это главное его имя. Как в Рождество Господь явился. Явился не всем, но малому числу людей. Пастушкам, волхвам, Царице Небесной, родившей его. Так и сегодня Господь является миру по прошествии 30 лет земной жизни. В древности праздник Богоявления или Крещения праздновался совместно с праздником Рождества Христова. Сегодня их разводят между собой почти 2 недели. Но между двумя неделями этими как раз помещается 30 лет земной жизни Спасителя. Христос неизвестно жил в Палестине, был названный сын Иосифа, сын Марии, был в послушании у своих родителей, занимался телесным трудом, не ходил в Тибет, как говорят некоторые, не изучал индийскую мудрость, не занимался этим, потому что иначе его бы не слушали евреи. Евреи – ревностнейший народ, они чужим не верят. Для того, чтобы они послушали тебя, нужно, чтобы ты был еврей, сын еврея, сын матери еврейки, обрезанный, послушатель закона, исполняющий праздники. И для того, чтобы быть мессией еврейского народа, Христос все это исполнял. Он жил смиренно и просто в ничтожном Назарете. Столярничал и плотничал вместе со своим отцом, мнимым Иосифом, древоделом. И руки Христовы держали и рубанок, и стамеску, долото и прочие столярные и слесарные инструменты. А вот по достижении 30-летнего возраста, когда мужчина еврейский может уже проповедовать, он входит в возраст мужа, его телесный состав, его умственное состояние позволяют ему быть учителем, Христос выходит на проповедь. Но прежде этого он идет в пустыню, туда, где проповедует Иоанн. Иоанн говорит просто и коротко: «Покайтесь». И Христос идет на его голос. Не потому, что ему нужно каяться, а потому, что ему нужно быть с грешниками. Христос, вспомним, пришел в мир грешников спасти. И вот в ответ на Иоаннова «покайтесь» тысячи грешников, почувствовав нужду в покаянии, пошли на Иордан креститься в водах этой реки. Они каялись в грехах своих, погружались в воду, и Иоанн молился о них. Туда же пришел Господь. Он стал среди грешников, не узнан никем, кроме Иоанна. Иоанн узнал его. Он сказал: «Среди вас, евреям говорил, стоит тот, которого вы не знаете, которому я недостоин, нагнувшись, развязать ремень на сапогах его». И когда Господь подошел к Иоанну, Иоанн сказал: «Я ли тебя крещу? Мне нужно креститься у тебя». Однако Господь запретил ему противоречить. Говорит: «Крести меня, ибо нам нужно исполнить всякую правду». Крести значит погрузи. Иоанн погрузил в воду Иордана безгрешного Иисуса. После этого открылись небеса. На Христа Дух сошел Божий в виде голубя, и голос Отца сказал: «Се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». Таким образом, над Иорданской водой явилась Троица. Отец голосом, Сын в водах крещается, и Дух в виде голубини. Вот это мы сегодня и празднуем. Над каждым из тех, кто крещен, в водах крещения имя Троицы было провозглашено, ибо мы крещенные, крещенные во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вспомним об этом, и с этим я вас поздравляю. А впрочем, с Днем Ангела, дорогие именинники, и хотя сегодня не названо имен, все равно радуйтесь, поскольку имена ваши написаны на небесах.